Понятно. То есть если эти экспоненты все перемножат, то мы получится экспоненты очень простые. Подробности составляемые объединения данных вот это, а вот эти экспоненты тоже сигмоним. У нас это, соответственно, вот у нас, вот эти у нас, матрица, так,
Здесь обратите внимание, что поскольку идет конфигурация, суммированная конфигурация, начальный элемент сигма 1 и конечный сигма 1 это шкура. То есть у нас три выражения не два. Здесь
экспонентов, да? Получается, когда здесь не ню, это ну, соответственно, здесь будет тоже. Так, здесь будет не минус. И, соответственно, здесь будет. Даже как мы делали, мы собственные значения находили, да? То есть если повышает стандартную задачу, получается. Сейчас следующий шаг, что мы сделаем, идем в соответствующие собственные вектора. Потом я объясню, что понадобится. Так. Минус лямбда.
И отсюда получается соотношение целей. Ну и, соответственно, давайте мы выберем точно так же для второго значения решается. Здесь будет. Отсюда получаем, что собственный вектор второго значения сейчас мы используем прием, который известен как размножение матрицы по проекционным операторам. Знаете? Значит, вот у нас матрица. То есть это вообще изменение алгебры? Ну вообще что-то было такое, надо напомнить. Ну, давай, сейчас. Почему у нас матрица такая получилась? То есть сигма принимает значение плюс-минус единица. Значит, это будет, скажем, у нас характеризовать число строк, а это столбец. То есть мы матрицу составляем по состояниям спина в пару узлов. Первое, состояние первого спина определяет строку матрицы. Состояние соседа определяет столбец. Сейчас давайте используем представление матрицы при проекционных операторах. Выглядит оно так. Значит, это общая теорема. Если известны значит, собственные значения, вы можете разложить матрицу на не пересекающиеся пространства, да, под пространство. Где P это подпространство, которое определяется собственным значением, скажем, оно строится, это подпространство, с помощью вот этого вектора. Значит, первое строится на последующем графе. Как для графового произведения. Значит, делаем сам. Таким образом. Значит. И умножаете, но на как бы распределенную, значит, ну, это
Так что считаем, это и есть проект. Здесь берем подругу. И мы изменим. Лучше вот так написать, чтобы понятие не было господина. И вот этот элемент умножаем. Если сложить. Ну да. Е-ю. Так, если это сложить, то будет минус. Ну, то повторяется. Ну, тогда сложно вас. Значит, вот этот прием запомните, он очень часто используется. Значит, и особенно он оказывается полезным, когда речь идет о несимметричных матрицах. То есть, когда здесь, скажем, у нас симметричная матрица, ну, обычно как бы проблем никаких не возникает. А вот если несимметричная матрица, то там вот, разложение такой валюты по порядку не относится к единственному возражению способа. Так, ну ладно, значит, для чего нам это нужно? А дело в том, что вот эти коррекционные операторы обладают рядом замечательными свойствами. Ну, во-первых, посчитаем один квадрат. У нас явно есть 12 квадратов. Давайте просто лоб пишем. Получается. Ну, то же самое получается.
То есть любая степень проекционного оператора, сам проекционный оператор, это общее свойство. Теперь возьмем, перемножим.
Так, значит, теперь, что у нас получается, вот, рассматриваем. Если обозначить сокращенно F1 через скет вектор, это как квантовый механизм, значит, сигма-1, значит, F2, сигма-2, у нас здесь получается такая штука. Это чем хороши вот эти реальные векторы никогда, на самом деле, с точки зрения квантовой механики, казалось бы, ну, какое-то формальное пустое обозначение, да? На самом деле легко записывать информационный оператор. То есть так это надо через какие-нибудь интегральные сверки хитрые, там, либо руками просто отрасли. А в реальных это обозначение, это все хорошо, либо сверху видит. И возвращаемся к нашим штукам. То есть нам понадобится Thank you.
Ну и подставим. Если раскрыть, и перекрестился.
Вот эти четыре слагаемых мы можем объединить, вот, приписав просто сумму, как произведение. Значит, это будет сумма по конфигурациям составлять. Да? А вот эти четыре слагаемых мы можем записать как произведение. Спасибо.
двойная сумма. Здесь идет. Так, это сигма и. Так, здесь сигма L и Т. Сигма L, сигма и. Здесь уже какое-то число. Сейчас наша задача его вычислить. Если мы чем-то взяли матрицу представить, это просто будет n-ная степень матрицы, да?
Ну, мы как бы сложим, да, и косюмируем на этот момент. Да, получается, когда... Сейчас вторая часть, она более поделим обе части на лямбда первой степени. Ну, пусть я даже для этого нужно. Получается так, смотрите. Сигма единица. Thank you.
Значит, для чего нам понадобилось делить на гранатомер? А сейчас мы заметим, что вот здесь есть степень N. И поскольку нас интересует поведение бесконечной цепочки практически, то есть мы, по идее, устремляя N бесконечности, мы можем заметить следующее соотношение. Видим, что поведение является меньшим бесконечностью. Соотношение типа лямбда йота на лямбда 1.
Так, поэтому здесь у нас вот это фиксируем и как она отделится. Просто так. У нас это сигма. Сигма 1.1 это у нас единица выше внизу, да? Сигма и тут тоже это единица. Ну и верхний компонент это единица, да? Сигма 2.1. И фиксирую равную двойку. Значит, здесь тогда будет так. Сумма крука. Первый компонент, а второй это взрыв. Это единица в первом слове. Вот самое трудное мне хочется. Вот, смотрим, сигма 1.1 это вот единица трудности, первая. Сигма 1.2 это тоже единица трудности. Можем второго примера. А это сигма 1.1 единица там. Вот здесь сигма 2.1. Это минус 1 плюс, а сигма 2.2 это минус 1 плюс. Ну, если тут посчитать, будет 1/2.
здесь будет плюс 1. Итак, мы с вами важные соотношения получили. Маточный элемент. Значит, это 0, если не равно единице, и единица, если не равно 0. Ну как это записать? Это символ. Итак, мы давайте отсюда эту сумму, которую берем. На ее место ставим эти символы. Сразу эта сумма по И снимется, и везде, где И, мы ставим. Главное, чтобы слева-справа не совпадали вот эти индексы. Ну и все, мы приходим к очень компактному результату. Опять мы рассматриваем предел определенной части, то есть как устремляем число спина в бесконечность. Когда здесь вот эта степень уйдет и получается. Вот этому соотношению можно придать тогда вид в степени времени с красивым. Параметр, который здесь возникает, носит название корреляционный момент. Он показывает, как быстро корреляция двух спин одного узла ГЛК спадает состояние. Но видно, что вы видите, что расстояние, то корреляция не будет сходиться, то есть потенциально.
все определяют масштаб, на котором многие функции обращаются. Значит, ну как мы тут вычисляем силу? Логарифм берем, да, получаем. Так, ну ладно, все закончим. Значит,
больше мы к технике 12 матриц не возвращаемся. Значит, скажу так, что для другой модели Изинга тоже можно ввести. Это было на Загере сделано в 1944 году. Там техника очень сложная. И Бакстер потом занимался в 70-х годах этим. Вот. Так называемая вершинная алгебра. Но это уже не физика на самом деле, а математика происходит. Так называемые вершинные модели. Ну и с точки зрения физического применения, ну, никакой пользы, а вот с точки зрения математики, да, то есть там один из таких разделов по физике, короче, ну, как бы современнее, не в смысле уравнения физики, а такой современный. Ну, просто имейте в виду, что есть обучение матрицы внешней системы. Так, ну вот, далее мы уже говорим. Так, следующий мы тогда тоже встречаемся. Я там вам расскажу про Глауберовскую динамику. Какой сейчас? Глауберовская динамика, вы слышите, понимаете? Там пойдет речь о вот этих процессах релаксации. Значит, я чуть-чуть просто аннотацию прочитал, что почему она выделяется особой. Вот динамика обычной спины подвязывается. Каким уравнением описывается? Уравнение модала лишится, да? Я не буду выписывать, я просто объясню. Скажем, некое эффективное поле, и происходит процессия момента вокруг эффективного поля. Вот. Фактически уравнение модала лишится описывает вот эту процессию. И когда, вот, скажем, мы радиочастотным полем каким-то сверяем, если мы попадаем в так называемую частоту вращения, да, мы наблюдаем за характеристики. А вот как бы с изинговской системой? Дело в том, что гамильтониан зависит от σz, поэтому если мы формально запишем уравнение движения, в следующий раз, может, пораньше начнем, у нас там все-таки 5 часов.